В этой серии мы поговорим об уникальном явлении, единственном в России комплексе из двух органов. Справа от меня – малый хоровой, позади – основной. Органы связаны между собой оптоволоконной связью. Техническая характеристика органного комплекса кафедрального собора поражает своей грандиозностью. Только вдумайтесь – 8525 труб в 122 регистрах. И начнем мы с самого интересного. Заглянем внутрь крупнейшего органа России. Пойдемте. Мы находимся внутри трехэтажного органа. Обычно доступ людей сюда ограничен, чтобы не нарушать микроклимат, так как его трубы хорошо чувствуют тепло человека и могут быстро расстроиться. Но у нас есть уникальная возможность побыть здесь подольше, чтобы внимательно все изучить. Раньше орган не мог звучать без тяжелого физического труда калькантов, людей, качающих воздух в органные мехи. В современных органах мехи разгоняет мотор, который, как сердце, качает воздух по артериям-воздуховодам и доставляет его до труб, чтобы звучала музыка. В основном органе 6301 труба, самая маленькая с высотой звучащего столба 11 мм, самая большая высотой в 10,5 метров. Каждый ряд труб одинакового тембра составляет как бы отдельный инструмент и называется регистром. Их в органе 90. То есть орган — это огромный симфонический оркестр весом в 35 тонн. И не все знают, что во время звучания органа могут быть колебания от инфра до ультразвука. Это звуки китов и летучих мышей. Первое упоминание об органе кафедрального собора относится к XIV веку. Изначально он был переносной, затем стационарный. Со временем орган совершенствовался и обрастал регистрами. Постепенно он стал самым крупным и представительным во всей Пруссии. В 1721 году мастер Иоганн Мозингель создал большой инструмент в стиле барокко, который внешне напоминает нынешний орган. Именно здесь, на инструменте мастера Мозингеля, постигал азы музыки знаменитый писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман, который подарил миру сказку «Щелкунчик и мышиный король» и многие другие выдающиеся произведения. Король инструментов. Именно так называют за огромные размеры и потрясающий диапазон звучания духовой орган. Музыкальный инструмент с многовековой историей. Начавший во втором веке до нашей эры как гидравлос или водяной орган, он, развиваясь, стал пневматическим. Воздушным и продолжает развитие в современном мире, используя новейшие технологии для своей работы. Орган, без сомнения, является самым великим, самым дерзновенно могучим, самым великолепным инструментом, когда-либо созданным человеческим гением. Это своего рода пьедестал, с которого душа взлетает в мировое пространство. Чем больше вслушивается поэт в величавой гармонии органа, тем яснее он понимает, что только этот стоголосый земной хор может заполнить расстояние между коленно преклоненной паствой и Богом. Так описывал орган известный французский писатель Оноре де Бальзак. Неудивительно, что с подобным уникальным богатством тембров король инструментов использовался для религиозных богослужений. Прислушайтесь. Это одна из вершин творчества Баха и мировой музыкальной культуры в целом. «Страсти по Матфею». Оратория прозвучала в соборе на последнем концерте в апреле 1944 года, прежде чем орган умолк, погрузившись в пламя войны. В августе 1944 года налет английской авиации и, как следствие, пожар превратили остров Кнайпхох, а вместе с ним и собор, в руины.
Но история циклична, и в 2014 году в соборе вновь были исполнены страсти по Матфею. Кроме этого, был особенный гость из Штутгарта, кёнигсбержец Вольфрам Хан, который приехал специально, чтобы спустя 70 лет послушать произведения Баха, так же, как он делал это в апреле 1944-го. Обратите внимание на барочный фасад органа, воссозданный по довоенным фотографиям. На нем можно увидеть веселых амуров и скульптуры, одна из которых – птица Феникс, символ возрождения после гибели. Недаром именно она венчает фасад органа.